Вот это моя последняя работа. Она еще без рамки, может не так выглядеть красиво на экране, но когда будет рамка, я думаю, будет очень красивая картина. Хочу всех поблагодарить, кто слушал меня. И хочу всем пожелать, чтобы не сидели сложа руки дома, а чем-нибудь занимались. Писать картины, и художники все говорят, маслом. Это есть самое простое, что есть на свете. И с другой стороны говорят, это самое сложное, что есть на свете. Поэтому определить, насколько это сложно или легко, может только каждый человек. Но для этого надо купить краску, кисточку, холст и сесть, иметь терпение, настойчивость. А самое главное, начать работать. Так вам ответит любой человек, который начинал любую работу. А в конце своего выступления хочу вам продудеть ракушкой, которая привезена из Португалии, которая бывает на художественных картинах, и сколько я помню и видал, даже Рембрандта. Я так понимаю, что это боевой клич, который должен заставить наших людей отыскивать в себе новые таланты. Да, все правильно. Это раньше был боевой клич, а теперь от меня к поиску талантов. Спасибо вам, Анатолий, за очень интересную беседу и желаем вам дальнейших творческих успехов. До новых встреч! Спасибо!